Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня мы с вами поговорим о платьях, но не о простых платьях, а о платьях-трансформер. Звучит многообещающе, как вы думаете? Ну что ж, вперед! Очень часто выходят видео о том, как завязать платье-трансформер, как выглядит платье-трансформер, на что оно похоже, как перевязать себя, как и быть при этом красивой. Так давайте посмотрим, что же такое платье-трансформер. А вот оно! Вот оно, прекрасное, прекрасное платье-трансформер, да. А состав этого платья – это гигантская просто отдельная юбка, длинная, красивая, симпатичная. И очень вот такие вот длинные завязочки. Я бы сказала, эти завязки буквально с мой рост. Мой рост 1,73 м. Просто. Обзавязаться можно вот так вот. Простите. Ну, в общем-то, давайте экспериментировать, попробуем разные вариации этого платья. Но у меня есть не одного цвета, а красного и небесно-голубого цвета. Посмотрим, что мы можем назавязать. Мои ощущения в этом платье я тоже вам расскажу. Но вообще говорят, платье универсальное, подходит под любую там, под любой выход, под любое мероприятие. И, ну, в принципе, пока что выглядит очень внушительно. Ткань достаточно плотненькая, тянется, поэтому подходит даже на несколько размеров. И на мой, и на твой. Поэтому вперед, давайте мне. Померила это прекрасное платье. Оно выглядит круто. По цвету мне тоже очень нравится. Есть разные виды завязок. Да. Мы попробовали первый вид, а дальше мы уже посмотрим, что мы можем найти в интернете, покрутить, повертеть. И вы сами можете выбрать, какое вам больше понравится завязывание вот этих вот. Это просто, знаете, как игра в Тетрис, что ли. Нужно попасть в нужное русло, в нужные ниточки и туда, и вот это все так повернуть, чтобы выглядело при этом красиво. По удобству, если у вас достаточно толстый пояс на юбке, вы можете его вплоть там до самого верха дотянуть, под грудью его оставить, и там уже можно крутить, винтить. Как можно. В интернете есть варианты с открытой спиной, например. Для этого нужно какой-то специальный бюстгальтер или что-то с этим думать, потому что просто так, таким декольте оставлять без нижнего белья нельзя. Не сказала такую глупость просто. Поэтому, девчонки, мы покажем два разных вида платья, а вы посмотрите это под музыку. Кстати, берите чаек, печеньки.
на самом деле ощущения странные и очень интересные. Ну так, когда мы начали вот это все прокручивать, искать какие-то новые модельки или новые, как вот это все перекрутить, было достаточно в какие-то моменты и не очень удобно, и удобно. Ну, то есть, в принципе, я считаю, если вам нужно срочно куда-то на выход, и у вас нету подходящего платья, вполне для фотосессии, для какого-то срочного выхода куда-нибудь, знаете, где балы, там что-нибудь такое, но где, в принципе, длинное платье — это норма, то вполне можно их приобрести. А так, если куда-то, там, на какие-то дни рождения, ну, может быть, каждому, как говорится, свое. Неудобство, конечно, в том, что вы сами в это платье вряд ли залезете. Вам нужен человек, который будет вас вот это вот все накручивать постоянно. И также видно постоянно лямки у нижнего белья, у бюстгальтера. Тут нужно либо белье в принципе без бретелек, без всего, которое держит грудь, а у некоторых, у плюс-сайз девушек, у них достаточно большие объемы груди, поэтому такого даже здесь нету. В России не приобрести такого плана бюстгальтера. Поэтому, девчонки, у меня ощущения как бы своеобразные такие, поэтому думайте, смотрите, решайте сами, нужно вам оно это или нет. Ну что ж, девчонки, я померила два наших замечательных, потрясающих, великолепных платья. Мои ощущения я вам уже сказала ранее, но что я хочу добавить? Я хочу добавить то, что эти платья мы ниоткуда не заказывали, мы шили их самостоятельно, нам понадобилось достаточно большое количество тканей, и, в принципе, такие наряды вы можете приобрести как и в специализированных магазинах. Если вы погуглите и так далее, есть такие магазины, которые могут вам это продать. Или же все-таки найти в интернете готовые лекала, да, и сделать самостоятельно себе какое-то платьишко такое подобное, трансформер. Я думаю, это будет интересная практика, особенно для тех, кто любит шить. Ну вот, красотки, вы посмотрели все наряды. Что вам понравилось? Как вы думаете, вы приобрели такое платье себе? И спасибо, что вы со мной. Поставьте пальчики вверх и всех целую!